Председатель комитета по законодательству парламента Петербурга Виталий Минолов предлагает ограничить по всей стране проведение массовых мероприятий рядом с религиозными зданиями, если последние не дали на это свое согласие. Проект соответствующих поправок федеральным законам о свободе совести и религиозных объединениях, о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях Милонов внес на рассмотрение законодательного собрания Петербурга. Вопрос может быть рассмотрен на ближайшем заседании палаты 3 октября.